Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Хранитель кладбища». Ну что же, вперед, сейчас будем с вами что-нибудь изучать, крафтить, в общем, все дела. Так, давайте-ка глянем, что у нас здесь есть. Технологии. Ну, нам пока это не нужно. Я вот что думаю, нам нужно выучить с вами распил. И желательно, конечно же, обработка дерева. Но у нас не хватает красненьких камушков. У нас всего 10. Хорошо, давайте тогда сделаем заготовка дров. Да, вполне. Отлично. Так, ну что же, на выход. Заготовка дров. Как раз сейчас будем, сможем же заготавливать. Подожди-ка, нужна технология. Какая еще технология тебе нужна? Я же вроде бы выучил все, что нужно. Странно. Так, ладно. Тут у нас что? Водичка, да? Ага, водичку добываем. Отлично. Так, а это еще что такое здесь? А ну-ка. Огород. Собственность конфискована. По вопросам аренды обращайтесь к владельцу таверны Харадрику. Ах, он жук. Понятно. Это значит, он здесь может нам сдавать в аренду огород. Учтем это. Я думаю, что на будущее нам это пригодится. Так, грибочки. О, ягоды собираем. Так, отлично. Слушайте, ну мне нужны красненькие камушки. Почему мне не дают? А, мне дают. Вон они, ребята, падают. Нужна технология. Странно почему-то, да, ребята? Такие небольшие деревья я могу рубить. А чуть побольше нужна технология. Странно. Ладно, хорошо. Так, пускай пока бревна здесь поваляются. Так, попробуем камни подобывать. Да, на все, ребята, у нас тратится энергия. Абсолютно на все. Поэтому нужно, как говорится, быть всегда на чеку. Так, здесь тоже можем срубить? Хорошо. Так, у нас уже сколько времени-то? Вечерок, что ли, я так понимаю, да? Или день? Так, цветочки всякие тут с вами собираем. Тут я тоже смотрю, куча грибов, куча цветов. Всего-всего, короче, дофига. И я больше чем уверен, что это все, ребята, нам пригодится в дальнейшем. Для какого-то крафта. Срубили. Я надеюсь, эти бревна никуда потом не денутся, а? И я их смогу потом собрать, в конце концов. Так, дай-ка сюда. А это что у нас тут такое? Что-то разбросанное. По ходу дела здесь либо костер был, или что-то еще. Так, камушек. Ну, мы сейчас можем только с вами добывать дерево, добывать камни. Ну и, соответственно, собирать всякие ягоды, цветочки. Больше пока ничего нам не известно. Так, что у нас там следующее идет по изучению? Мы можем с вами склад железной руды, да? Горное дело. Так, подожди. А тут у нас обработка дерева. Создается на столярном верстаке. И столярный верстак 2. Лесоруб. Нифига тут сколько нужно. Написание книг даже будем. Так, извлечь кость. Извлечь череп. Твердые запчасти. Мягкие запчасти. Слушайте, а синие шарики отражают духовные познания о нематериальном мире. То есть мы пока этого с вами не можем знать, типа нам не дано. Понятно. В общем, суть такова. Нам нужно собирать вот эти вот шарики, за которые мы можем с вами что-то изучать. Так, F. А что здесь такое, ребят? Смотрите, нужна технология. Слушайте, а помните, нам давали задание, чтобы мы выкопали какой-то труп и выкинули его в озеро? Было же такое? Было.
Так, и где же это у нас персонажи? Так, это нас просил сделать Йорик. Йорик, да-да-да, именно он. Или он так просто пошутил? Так, тебе нужно вернуться домой к любимой. Ну это понятно. Активировать портал на ведьминой горе. Поговорить со звездочетом о портале. Принести бутылку вина. Это уже черепу. Так, епископу кладбище восстановить. Ага, этому нужно найти 10 бумаги и чернил. Найти печать и продать мясо Харадрику. Отнести письмо к кузнецу Кризвольду и возвращайтесь обратно. Да, кстати, насчет письмеца-то можно, кстати, задуматься. Может быть, нам сходить с вами туда, в ту деревушку опять? Давайте-ка, наверное, сбегаем, посмотрим. Так, тут у нас по карте деревня. Где-то вот здесь он должен быть, да? Он сказал, что это у нас кузнец. Кузнец у нас вот здесь. Так. Кузнецу, да. Пойдемте тогда сходим, отдадим кузнецу записку. Посмотрим. Ой, это что такое? Опа, ребята, труп. Труп везут нам. Так, давай-ка поговорим мы с ним здесь. Не сейчас. Понятно, я понял тебя. Ты должен довести, видимо, его, да? Ладно, вези, а я пока тут немножечко веточек подобываю. Ай, энергия закончилась. Так, а у меня что-нибудь есть в запасе или нету? Так, гриб лучше, наверное, не есть просто так. Так, разрешение на эксгумацию. Вот у меня оно есть, ребята, разрешение. А где же тот самый труп, который я должен выкопать и выкинуть? Так, ну что, все выбросил, вот гаденыш, и побежал. Так, потащили его в морг. На разделочный. Так, отрезаем, извлечь мясо. Извлекли? Ага, блин, энергии не хватает, ядрена вошь, а. Неужели мне для этого нужно идти и спать? Надо было побольше, ребята, нам запастись какой-нибудь едой. Я надеюсь, пока я сплю, мясо там не испортится. А то будет как-то не кайфово с протухшим-то мяском иметь дело, да? А время-то идет, ребята, когда мы спим, смотрите. Потихонечку, потихонечку. Так, у нас сейчас, я так понимаю, вот это вот то ли утро, то ли ночь. Я не могу понять, как тут странно все сделано. Ладно, я отлично выспался. Хорошо, пошли быстрее в морг. Ага, уже ночь на дворе. Понятно. Ну, главное, энергии у меня много. Будем заниматься нашим любимым делом. Работать, конечно же. Все. Так, теперь, значит, что? Забрать тело. А мне обязательно его хранить? Может быть, я его могу выкинуть? А? Ребят, как вы думаете? Нет уж, ладно, хорошо, похороним давайте. Все будет у нас по-людски. Пускай пока вот здесь полежит. Так, построить место под могилку. Так, ну, давай вот здесь, вот. Подожди. Ага, все, я поставил. Давай делать. Выкапывать. Хорошо. Ну, ни пуха тебе, ни пера, дружище. Все. Похоронный сертификат мы с вами получили. Слушайте, ребят, я же вроде бы эту могилу чинил. Че она опять-то такая вся? Нет? Ах, у меня не хватает наборов для починки. А вот это уже плохо. Это уже очень плохо. А что мне нужно для того, чтобы получить? Так, давайте-ка посмотрим. Да не, это мне нужно. Так, заготовка дров есть? Ага, нужно 20 очков. 20 красных очков, хорошо. Давайте-ка попробуем, зарабатываются они вот здесь вот или нет. Ваш инструмент, ржавая лопата, сломался. Чтобы использовать его дальше, вам необходимо его починить.
Да что ж за... Так, и как, интересно, я его должен... Как я должен его починить? Эй! Орлы! Вот незадача. Как я должен починить, ребят? Ну-ка, может быть... Непонятно. Подожди секунду. Как я должен починить? Персонаж. Создается на точильном камне. А ну-ка, побежали-ка на точильный камень. Попробуем. Пока еще, ребята, много чего непонятно мне. Вот, потихоньку разбираемся. Инквизитор, я только что видел инквизитора. Прямо здесь, рядом с ведьминой горой. Святое бухло, он убьет меня. Или даже хуже. Успокойся, я пойду отвлеку его. Может, на этой горе я найду то, что поможет мне найти путь домой. Ага, мне нужно идти туда, ребята. Так, секунду, но вначале я хочу посмотреть, смогу ли я починить свой сломанный инструмент, лопату. Создать. Хрен там что, ребят. Не получается. Так, увеличить площадь двора, склад камня, козлы. Вот, ребята, мы можем здесь сделать козлы. А ну-ка, пойдемте-ка с вами это дело сделаем. Приступаем. Так, создать. Чурбан, доска. Вот нам нужны, ребята, доски. Нифига у нас там энергия-то улетает. Со скоростью, блин, просто света. Так, а что нужно-то, я не могу понять. Ну, бревно. Странно, а как я должен сюда бревно засандалить? Что-то для меня это какой-то прям нонсенс, я не могу понять. Ладно, хорошо, пошли, ребята... епископу, где он здесь ходит. Должны мы его отвлечь. На ведьминую гору. А ведьминая гора у нас где-то вот здесь. Вот я помню, мы здесь по дорожке с вами шли. Кстати, бревна так и лежат. Никуда они не исчезли. Тихо. Все подготовлено, монсеньор. Хорошо. Никаких инцидентов? Нет, монсеньор, если не считать странного парня, который шатается по округе. Вот, как раз этот парень. Стоять! Спокойнее, ребята, я живу здесь, недалеко, у кладбища. Какие мы тебе ребята? Он точно культист, монсеньор. Так, сказать им, что ты хранитель кладбища, сказать им, что епископ твой друг. Ох, так. Ну давайте вот это, наверное. Епископ мой друг. Хотя нет, сказать, что мы хранитель кладбища. Я работаю смотрителем местного кладбища. Можете у любого в деревне спросить. Видимо, вы здесь недавно, но я чувствую, что ваши слова правдивы. Не составите мне компанию на церемонии сжигания ведьмы? Согласиться. Сочту за честь. Так как вы решили связать свою жизнь с такой пикантной работой? Рассказать ему о настоящем мире? Соврать? Ребят, нам нельзя, по-моему, говорить, да? Правду. Давайте-ка соврем. Не, уклонимся давайте. Просто так получилось, особо-то и нечего рассказывать. Вы явно что-то скрываете. Я обязательно выясню, что. Да? Я великий инквизитор. Мой долг защищать истинную веру и само человечество от всякой нечисти.
А в городе неспокойно, корабль с мертвецами уже перегружен и все еще не может выйти в море, а новый застрял на верфи. Вы появились на кладбище подозрительно вовремя. Что-то темное пробуждается, я чувствую. Мое сердце наполняется необъяснимым гневом. Уже много лет мы не сталкивались с колдовством, а сейчас не успеем сжигать ведьм и еретиков. И я чувствую, что это только начало. Зажечь огонь! Сожжем ведьму! Да, монсеньор. Долгих лет жизни великому инквизитору! Ура, ура! А вы, значит, работаете с мертвыми телами, м? Ну да, что такое? Да, это часть моей работы. А живете, стало быть, у самого кладбища, прямо у подножья этой горы. Да. Ясно, ясно. Мне кажется, мы могли бы подружиться. Мне нужен свой человек в деревне. Ведь мой друг — это друг Святой Инквизиции. И я не доверяю деревенским жителям. Они не похожи на нас, городских. Вы ведь здесь недавно? Может, что-нибудь заметите своим свежим взглядом? Вот теперь, ребята, дилемма. Мне либо соглашаться быть его другом, либо отказаться. Я даже не знаю. Ну, давайте согласимся. Разумеется, это честь быть вашим другом. Мудрое решение. В основе любой дружбы должно лежать доверие и добрая воля. А чтобы заслужить мое доверие, вам сперва придется продемонстрировать свою добрую волю. Начнем с парочки небольших поручений. Каких поручений? Всему свое время. Сегодня давайте насладимся праведным гневом. Дела подождут до следующего дня. Я прихожу сюда каждый день. Это место помогает моему гневу разгореться с новой силой. Ядрить тебя на корень. Жесть какая-то, ребят, смотрите. Просто сожгли человека. Вот упыри, а. Так, ну что же нам тогда делать? Какая-то, смотрите. Ага, ведьмина гора. Я теперь понял, почему она называется так. Потому что здесь якобы сжигают ведьм. Поговорить. Не сейчас. Хорошо. Не сейчас, так не сейчас. Ладно, пошел я тогда заниматься своими делами. Так, погоди-ка, я тут не заблудился ли случайно? Что-то я не могу понять. Куда мне идти-то дальше? А, надо было ниже еще идти. Так, я там трупец закопал, да, закопал. Дай-ка мне вот это вот бревно сюда. Пойду его положу в дровницу. Нечего, как говорится, добру валяться, где ни попадя. Давай-ка вот сюда его, оп. Слушайте, мне интересно знать, как я могу еще-то... А, вот, нужно... Понятно, два бревна. Ну что же, давайте сделаем еще с вами досочку. Ага, отлично. Еще шесть досок, ребята, мы получили с вами. Так, чтобы нам сделать с вами... Так, пока не это, а... Вот здесь вот. Обработка дерева. Ага, 20 очков. Нужно еще, ребята, 4 красных очка нам заработать. Так, давай, 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 ломай. Отлично. Одно получили. Так, за веточки мы получаем с вами или нет? Нужно... Ай, нужна лопата. Так, я что-то не понял. А что у нас здесь трупак еще один делает? Я же вроде бы... Они что, припухли что ли? Они так... Подожди, тогда давай это... Отрежем от него кусок. Я думал, всего лишь одного в день будут привозить нам.
Ну не тут-то было. Да, извлечь мясо. Так. Забрали. Слушайте, я думаю, что мы можем, знаете, что сделать? Кажется, выкинуть. Пойдемте попробуем. Вдруг получится. Так, вот у нас речка. Не тут-то было, блин. Не выбрасывается, к сожалению. Черт подери, придется хранить. Хочется нам это или нет. А я не смогу, да, потому что у меня, ребята, нет лопаты. А раз нет лопаты, значит и выкопать могилу я не смогу. Ну-ка. Что он там делает? Что он там делает? Не говори, что ты там что-то руками мастеришь. Опять закончился энергия, да? Чтоб вас, а? Честно говоря, ребят, я не понял, что он там делал. Что за телодвижения какие-то странные. Но, по-моему, он руками выкапывал. Да, кстати, у нас же кулинария развита. Нам можно что-то попробовать приготовить. Самому сделать, так ведь? Грибы у нас есть. Цветочки есть. Может быть, что-то можем сами вкусненького сделать. И не надо ничего покупать. Так, ну для начала, естественно, нам нужно восстановить энергию. Без нее никуда просто-напросто. Быстро, конечно, она заканчивается. Так, солнце село у нас, значит... А, нет, это луна села. Солнце взошло, значит, у нас уже утро на дворе. И отлично выспался. Ну, раз отлично выспался, пошли быстрее приниматься, так сказать, за дело. Нам нужно похоронить то тело. 69% уже. Скоро оно сгниет просто-напросто. Нам этого нельзя допускать. Так что давай, быстрее. Ну-ка, продолжаем. Действительно, что-то он там делает, не понимаю я. Ну, энергию он тратит вообще бешено. Так, выкопали, елки-палки. Бросаем. И, наверное, сейчас столько же будет закапывать его, да? Нет, закопали довольно быстро. Так, клумба, место под могилу. Это все хорошо, это все понятно. Но где же мне достать инструмент? Вот что меня интересует. И предположим, даже вот древесина, да? Нам нужно что-то по обработке камня. Но ведь каменной лопаты нету? Нету. Так, секунду, сейчас мы глянем с вами. Так, козлы, место для рубки, склад камня. Видите, нужны гвозди. А чтобы гвозди сделать, что нам нужно для этого? Технологии. Горное дело. Драгоценные металлы. Но это все не то, ребят, согласитесь, да? Резьба по камню. Это уже какие-то не те дебри. А где же нам взять с вами... Вот, металлообработка. Но она почему-то закрыта для нас в данный момент. Странно все как-то это дело. Хорошо, давай добудем с вами еще камней. Камни, это хорошо. Так, мне нужно... Во! Очки зарабатываем, и это хорошо уже. Сейчас еще не хватало мне сломаться топору, кирке, и вообще все будет замечательно просто. Приплывем, называется, с вами. Так, нужна технология. Странно как-то, да? Дерево не настолько толще вот этого, и нужна технология. Ну что, я надеюсь, теперь-то нам хватит. Да, должно хватить. Обработка дерева, да? Давайте изучать. Создаем брус. Вот так вот. Дисковая пила. Офигеть, тут нужно сколько? 200 красных очков, ребята. Ого. Так, горное дело будет у нас следующим.
дайте-ка мне взять полено. Я его вот сюда вот положу. Ну-ка посмотрим, что мы теперь можем с вами. Так, ну это понятно. Склад бревен нам не нужен. А что же нам тогда дает вот это вот, ребята, дело? Создается на дисковой пиле и столярный верстак. Так, создается столярный верстак. Это случайно не тот ли, который на кладбище стоит? Или я опять ошибаюсь? Ладно, сейчас проверим. Как-то все здесь в разброску у нас, да, ребят, находится. Так, вот это вот не он? Блин, это не он, ребят. Это все не то. Хм, а где же тогда у нас этот столярный стол? Его, по-моему, здесь вообще нету. Так, вот это вот, что у нас такое здесь? Сад. Понятно. Это тоже не то. Это у нас точильный... Так, а вот это у нас... Так, мы можем сделать чурбан. А вот для фига он нам нужен-то? Деревянная табличка. Так, тут надо очень хорошо посмотреть. Блин, что нам нужно для этого? Непонятно, конечно, что нам нужно. Деревянная конструкция какая-то. Перк-столер. Так, ладно. Это все понятно, что кости там. Вот это можем изучить? Можем, ребята. Это мед у нас. Можно создавать мед. Ну давай откроем, хорошо. Бортничество, да? Распил. Блин, где нам сделать с вами вот это вот? Где столярный верстак взять, а? Его же как-то можно сделать ведь, так? По идее-то. Вот только где? Наверное, вот здесь вот. Мы же здесь делали с вами. Так, столярный верстак, вот он. Здравствуйте, приплыли. Нам нужно простые железные детали. Создаются в наковальне. Создается в наковальне. А наковальня у нас случайно... Слушайте, ну по-моему в этом... Здесь нету ничего подобного, да? Так, это понятно, это у нас стол. Вот это что такое? Это морг. Сломано. А вот это что такое? Люк для сброса тел внутри. Хорошо, а где же нам взять тогда эти? Где металл-то брать? Кто мне скажет? Кто-нибудь знает, а? Металлургия у меня, я так понимаю, не развита еще ни шиша. То есть я металл добывать не смогу. Точнее, металл-то я добывать, может быть, смогу, но я не смогу его перерабатывать, переплавлять и так далее и тому подобное. И в данный момент у меня вот только камушки вон добываются, и все. Но с ними я далеко не уеду. Так ведь? Это все не то. Ладно, давай ягод наберем. Они нам тоже... Кстати, вот это, наверное, тоже надо будет починить потом. Ну-ка. Так, нужны брус и гвозди, чтобы починить мостик нам. Понятно. Давай здесь добудем камней. Кстати, помните насчет эксгумации-то? Ведь на кладбище же, по-моему, да, этот чувак лежит. Давайте-ка посмотрим, можем ли мы кого-нибудь здесь выкопать. Так. Каменная эксгумация. Нужно убрать ограду и надгробие.
Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, идет этот. Или вот этого убрать? Ага, разрешение на эксгумацию. Давай-ка выкопаем. И выкинем его, как нас просили, куда-нибудь в речку. Надеюсь, получится, ребят. Нет, зачем нам починить? Нам не надо чинить. Выбросить тело. Поплыло, ё-моё. Что это ты тут удумал, а? Призрак попросил меня выкинуть тело. А ты теперь делаешь все, что попросят? Не думаю, что он сможет тебе как-то навредить. У него ни одной твердой части не осталось. Ха-ха. А вот я могу тебя укусить до смерти, если что, пока ты спишь. Я этого, конечно, делать не буду, потому что мы как бы друганы. Но намек ты понял, я надеюсь. Как по мне, лучше бы ты это тело сжег. Ты знаешь, куда течет эта река? Река? Ну, вниз куда-то, а в город, наверное. Да, вот этого мне не хватало, блин, чтобы еще в город труп приплыл. Как я могу сжечь тело? Слушай, а ведь ты, похоже, один из тех парней, которые выглядят умнее, чем есть на самом деле. Спасибо. Вот об этом я и говорю. Потребуется дрова и огонь. Неожиданно, правда? Есть, конечно, некоторые сложности в том, чтобы все сгорело дотла. А я смогу сжечь тела? Но нужно спокойное, тихое место. Я как раз в таком обычно медитирую. Прямо через дорогу от морга у обрыва. Прямо через дорогу у обрыва. Слушайте, это ж, по-моему, там, где костер. Ну-ка, давайте-ка поговорим. Так, ладно, нечего с ним болтать. У обрыва, да, значит, он сказал? Ну-ка, дайте-ка карту глянуть. А где это? Интересно. Где-то в этом направлении должно быть, по-моему, да? Не здесь ли случайно? Нет, это не то. Это тут топить палками, тут про костер. Тихое, спокойное место, да? Подожди-ка, а вот это что у нас такое? Ребят, смотрите. Нужна технология. Это же у нас драгметаллы. Скорее всего, да? Нам нужно это дело изучить. Так, ну-ка давайте-ка технологии. Нам хватает? Нет, нам не хватает. Надо будет добыть очков. Опа, а это что такое у нас здесь? Не вижу способа это убрать. Зашибись. И чё мы сюда приперлись? А вон там-то что такое наверху, смотрите. Что-то там погоревшее все. Чё, тоже нужна технология? Блин, да у тебя на все нужна технология. Нужна лопата. Ядрёна вошь. Ага. Создать. А что тут создать? Расчистить путь. Сложные детали. И деревянные клинья. Ага. Чтобы туда попасть, нам нужно еще постараться, ё-моё. Блин, да на чем мне тогда зарабатывать-то вообще очки? Извините меня. Дай хоть что-нибудь там чурбан создать в конце концов. Так, чурбан создали якобы. Давайте досок сделаем. Энергия, 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 энергия. Успели. Так, надо пойти покемарить чуток. Так, давай ложись. Короче, тут дофига всего нужно, ребята, делать. Я даже, блин, жесть какая-то. Что это за звук? А, это, наверное, нам притащили новый трупец. Мне так почему-то кажется.
Так, опять, смотрите-ка. Как же без него хорошо. Но мне так грустно, я так одинок, я плохо себя вел, когда был жив. Надо было вести себя лучше. О чем ты? Мы, может, и мертвы, но все еще заслуживаем уважения. Я тебе расскажу. Каждое тело — это сосуд. Жизнь оставляет на нем отметины грехи. Даже лучшие надгробия не успокоят мертвого, если в нем полно злобы. Я не уверен, что все понял правильно. Наверняка ты не понял. Главное, заботься о кладбище, и я буду следить за тобой. Так все плохо, и даже умереть нельзя. Так, обучение могилы. Каждый орган имеет свои характеристики. Общие качества трупа. Так, описываться с помощью характеристики его частей. Вы можете изменить. Не пойму, вот это что такое красный и белый черепок. Трупы, извлекая органы и бальзамируя. Основной способ увеличить репутацию кладбища — это украшать его объектами, приносящие много типа харизмы. Только линии, содержащие черепок и харизмы, приносят. Линии с красными черепами не считается. Но вы должны заполнить их с помощью, чтобы добраться до... Жесть какая-то. Что, не поняли? Я ни хренашечки не понял. Ладно, надеюсь, разберемся в дальнейшем. Так, что у нас тут-то такое? Не знаю, ребят. Ага, вот он, ребят, все-таки трупец валяется. Так, подожди, берем. Конечно же, берем. Так, давай, извлекай мясо. Вот так, отлично. Так, забираем. Интересно, я смогу его выкинуть, а? Давайте так же попробуем сейчас. Пускай оно себе плывет. Или же нифигашечки, только одного можно было выкинуть. Посмотрим сейчас. Ох, хорошо-то как. И мучиться не надо, да? Так, ладно, мы продолжаем с вами зарабатывать очки. Мне они нужны. Так, давай здесь побьем камушки. Так, тут у нас что? Крематорий. Пока нам это не дано, ребята, сделать. Ломай. Так, давай, все, что здесь можно срубить, будем рубить, ребята, все деревья. Так, замечательно. Шикарно. Ага, тут технология нужна, понятно. Так, какая лопата? Ты чё мне тут втираешь-то? Так, утро начинается. Хорошо. Так, лопата нужна, понятно. Не знаю, пригодится ли нам вот это вот изучение горного дела именно вот в данный момент. Но лопату-то мне в любом случае нужно как-то сделать. Согласитесь. Так, ягодки. Нужна лопата. Да, это понятно, что тебе нужна здесь лопата. Грибы-то ты можешь собирать же? Можешь. Вот и собирай. Так, а это у нас... Ага. Понятно. Харадрик. Да понятно все это. Так, водичка. Ведра, да, мы с вами получили. Что же вот здесь вот нужно? Выберите ресурс для использования. А какой мы можем с вами ресурс? У нас нету, видимо, пока... Или... А, для использования. Ну, например, лопата. Точильный камень нужен.
точильный камень. Где нам взять, спрашивается теперь, точильный камень? Давай попробуем что-нибудь другое поставить сюда. Мрамор, камень. Так, это нельзя. Очень странно все. Можем тогда что-нибудь такое поставить себе, например, место для рубки. Ага, место для рубки нам нужно с вами сделать чурбанов. Хорошо, пойдемте закажем чурбанов, елки-палки. Они мне нужны, давай, работай. Сделаем место для рубки тогда. Хорошо, так вот. Построить. Вот, место для рубки. Мы сделаем его вот сюда, рядышком. Так, а вот и... А, столярный верстак, да. Нам нужны простые железные детали. Так, ну что ж, давай создадим. Деревянные клинья, дрова. Хорошо, для чего нам нужны деревянные клинья или дрова? Давайте посмотрим. Я пока не вижу, нифига, ребят. Столярный верстак нам нужен. Так, вот, вот это мы можем с вами открыть. Хорошо. Железная руда, ребят, смотрите. Пойдемте попробуем с вами добыть железной руды. Может быть, он сможет это потом как-то затачивать или еще что-нибудь в этом роде. Да здравствуйте, приплыли, блин. Что значит? Я же вроде бы... Добывается из месторождений в горах. Железная руда. Ну, и что он мне втирает? Я же изучил, изучил. Какая ему еще технология нужна, блин? Вот говнюк, а. Так, ну давай попробуем, что здесь у нас. Обычный камень добывается, да? Ну да, обычный камень, блин. Зашибись. А как же мне железную руду? Ой, еще и кирка сломалась. Вообще отлично просто. Готовить. Ну давай, предположим, я вот так вот брошу. Что мы можем здесь готовить? Выберите объект для создания. Я абсолютно ничего не могу создать. Погоди, 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 погоди. Что-то дофига. Так, опять там, видимо, трупак привезли, да? Вот называется, успевай за всем тут. Так, пошли. Будем заниматься тобой. Все равно поплывешь сейчас, как лодочка у меня. Извлечь мясо. Ну, естественно, извлекай. Успеем хоть извлечь-то? Успели. Теперь забираем и отправляем его туда, куда-нибудь подальше от наших глаз. Слушайте, смотрите, у меня сломалась лопата, у меня сломалась кирка. Сделать новые я не могу. Единственный как вариант, это знаете что? Идти к кузнецу. Да, отдавать записку. Может быть, у него можно будет поторговать и достать нам недостающие вот эти вот детальки. А уже от них мы будем плясать. Как вариант, я думаю, что сгодится. Подождите, давайте мы с вами, наверное, поспим маленько. Да я думаю, что и можно будет в смысле завершать эту серию. Увидимся, наверное, в следующей. И уже пойдем с вами к кузнецу. Как говорится, за основным заданием. Так что, ребятушки, давайте-ка всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.